13 января. День российской печати установлен в нашей стране в 1991 году. Сама дата историческая, связана с выпуском первой русской газеты «Ведомости», созданной по указу Петра I. Сегодня ее отмечают сотрудники не только периодических печатных, но и электронных изданий. Журналисты, писатели, редакторы, корректоры, издатели и технический персонал. Своим этот праздник считают также преподаватели, студенты и выпускники профильных учебных заведений. В нашем округе несколько печатных изданий. Успенский «Вестник», «Вести Голицына», «Вести Власихи» и, конечно, «Одинцовская неделя». На современную российскую печать сейчас возложена огромная задача. И информация населения о том, что происходит и в Российской Федерации, и за рубежом. И мы также являемся и развлекательным моментом для наших жителей. Мы анонсируем, когда, что, где происходит. И также мы рекламируем. И очень часто мы являемся посредниками между властью и общественным мнением, личным мнением. «Старые добрые новые рубежи» – газета, которой в следующем году исполнится 100 лет. Дарья Колесникова знакома с редакцией с самого детства и работает здесь уже 10 лет. Она рассказала нам о том, как это – создавать газету. Соответственно, секретарь, он, получается, раздает задание журналистам. Они едут на мероприятия, собирают, с людьми общаются, что происходит, и предоставляют уже материалы от ИТСЕКу. Сначала вычитывают тексты, приводятся в нужный формат, это все, потом уже это отдается нам. Как и снимки, так и тому уже формируем полосу. А далее вычетка корректорами и отправка материала в типографию. Процесс не из легких. Екатерина Крамер работает корреспондентом в редакции «Новых рубежей» уже 2 года. Ее профиль – это в основном творческие и культурно-массовые мероприятия. По ее словам, самое сложное в профессии – крутиться в постоянном информационном потоке, в котором все очень быстро меняется. Но есть и позитивные моменты. Конечно, общение с людьми, новые знакомства. Я считаю, что это очень интересно, когда каждый день можешь побывать абсолютно в разных местах и познакомиться с новыми людьми. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».